Министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов объявило о планах создать первый в мире госпиталь в космосе. Проект станет частью национальной космической программы Арабских Эмиратов. Космонавтам будут предоставлять медицинское лечение в космосе, но оно будет контролироваться на Земле с помощью нанотехнологий, заявил представитель министерства. Проект будет запущен вместе с началом миссии Объединенных Арабских Эмиратов на Марсе в 2020 году. Сначала проект госпиталя будет протестирован на Земле.